Все время задаешь вопросы, расследуешь. Ну так что? Ты какой-то дознаватель? Наемный детектив? Или у тебя личные счеты к бедному андроиду, который мечтает только об одном, чтобы его оставили в покое? Пожалуйста, скажи. Я очень хочу знать правду. Ладно, давай к делу. Меня зовут Виктория Уоттс. Я работаю на организацию, чьи цели, судя по всему, противоположны твоим. Похоже, ты пытаешься отыскать андроида, которого я и мои товарищи всеми силами пытаемся спрятать. Как видишь, это делает нас противниками. Ты правда хочешь помочь? Вот, возьми. Это внутренний компонент того самого андроида, которого ты ищешь. Не спрашивай, откуда он у меня. Отдай его доктору Зиммеру в Ривит-Сити. Скажи ему, что андроид мертв, а это снято с трупа. Он тебе поверит. Сделай это, и Зиммер вернется в Содружество и оставит беднягу в покое. Сделай это, и ты спасешь человеку жизнь. Просто пойми, что этот андроид сейчас практически человек. Он выглядит как человек, ведет себя как человек. Он верит, что он и есть человек. Но даже если нет, даже если он машина, он способен мыслить и чувствовать. Как видишь, его душа такая же человеческая, как у нас с тобой. Это личность, а он личность. Заслуживает шанса на свободу. Прошу, если у тебя осталась хоть капля порядочности, не отнимай у него этого. Мы называем себя железной дорогой. Наша задача – освобождать и спасать синтетических гуманоидов. Андроидов, как их обычно называют. Да, если можем. Но на пустошах и без нас есть кому бороться с рабством среди людей. А у наших братьев-андроидов есть только мы. Вот что я тебе скажу. Отдай эту деталь Зиммеру и скажи ему, что андроид мертв, и можешь считать себя членом нашей организации. Ты знаешь, что нужно сделать.